Кольцевое движение у двух столбов соединяет 5 автомобильных дорог. Это объездная Одесса-Рени, Одесса-Кишинев и Тираспольское шоссе. Нынешнее кольцо уже морально устарело, поэтому в Укравтодоре спроектировали капитальный ремонт автодороги. Я вам скажу, уже на протяжении, наверное, 5 лет ведется разработки по проекту строительства транспортной развязки многоуровневой 2 столба. Из-за брака Костьев в прошлые годы была приостановлена эта работа. Инициативу создания новой автострады поддержали в президентском проекте «Большое строительство», поэтому деньги выделят из госбюджета. Инженеры Укравтодора разработали 10 вариантов возможной развязки, но выбрали только 2 – 3-й и 7-й. Дорожники предпочитают вариант номер 7. Он предусматривает отказ от кольцевой развязки. По объездной дороге будет устроено прямое движение. С Тираспольского шоссе на дорогу Одесса-Рни можно проехать по 4-полосному мосту, с которого будет съезд на объездную. А вот на трассу Одесса-Кишинев можно попасть только по объездной дороге. Но когда начнутся работы, еще не знают. Сейчас работа выполняется только по определению варианта прохождения, варианта схемы самой развязки. Пока еще нету точного утверждения от местных властей, от мэрии, от обладминистрации с конкретным вариантом, который мы могли бы дальше прорабатывать. Как только у нас будет этот вариант, я думаю, что работа пойдет быстрее и мы намного ускоримся. По большинству показателей выигрывает вариант номер 7. Предварительная стоимость работ без учета покупки земельных участков составила 950 миллионов гривен, в то время как третий проект оценили в 1 миллиард 270 миллионов гривен. Игорь Исаенко, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».